Здарова всем, ребята, Кент пока на проводе. Я вам скажу так, то что название данного ролика — это ни капли не кликбейт, это все чистейшая воды правда, это не постанова. Да, больше его нету. Прямо сейчас, я не знаю, я, наверное, с болью в глазах прямо сейчас захожу за команду террористов и пытаюсь купить АВМ, но, к сожалению, вместо АВМа я вижу всего лишь вот это. На GG снов вышло свежее обновление, добавили весенние кейсы, в которых вас ждет топовый дроп, обновили сам сайт и группу ВК. Также добавили бесплатные подарки за пополнение. Просто пополняешь баланс и забираешь призы. Не забываем также про бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получаете еще один бесплатный барабан бонусов. Также в описании есть промокод на бесплатных 35% к пополнению. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG снов — мой выбор. Вроде бы подумаешь, продал АВМТХ, ну и продал. Ну и что тут такого, ребят? Ну а дело-то в том, что это не просто продажа. Сейчас мы просто будем в шоке от истории, как все это произошло, как все это случилось и за сколько я все-таки продал АВМТХ. Я скажу так, то что, ребят, я продал реально АВМТХ, это не кликбейт, и вы просто будете в шоке. Я сегодня с утра просыпаюсь, и мне начали приходить вот такие вот сообщения: бро, у тебя АВИ купили, примем поздравления и так далее. Ну, естественно, я зашел проверить, потому что думал, мало ли, это 1-апрельская шутка, хотя уже 6 апреля на календаре. Но, тем не менее, оказалось, что реально у меня за ночь купили АВМТХ. Ну что же, ребятки, я думаю, будет вполне правильным рассказать вообще, зачем я себе купил АВМТХ. Зачем тебе, кентуха, такие дорогие скины, вы скажете? Ребят, ответ крайне прост. Я себе купил АВМТХ исключительно по одной причине, потому что это для меня контент. Вы просто вспомните, сколько я провел стримов, связанных с этим АВМТХ. Вы просто вспомните, какой был ажиотаж, когда я купил АВМТХ, потому что я один из самых первых блогеров, который реально купил АВМТХ. Как же я купил тот самый АВМТХ, ребят? Все очень просто. Мой подписчик выбил АВМТХ, я у него перекупил весь этот аккаунт, конечно, с разрешения разработчика, потому что это запрещено правилами игры. Я купил АВМТХ, и какой же я поднял, ребята, хайп. Я помню, первый стрим, который я запустил с АВМТХ, онлайн был 10к. То есть я купил АВМТХ исключительно с одной целью, не с целью понтов, а с целью контента, потому что всем было интересно: в смысле, у кента есть АВМТХ? А как так? Я был самым первым ютубером, у которого реально был АВМТХ, и исключительно по этой причине он мне был нужен. Потом, спустя некоторое время, ребят, ажиотаж немножко уменьшился по причине того, что у многих крупных ютуберов тоже начали появляться АВМТХ. И, конечно же, все уже перестали так реагировать, как раньше. Но, тем не менее, я за это время реально АВМТХ полюбил. Я даже не думал его продавать. Вы просто вспомните всех остальных ютуберов. Там Вели, Тик-Так, Люсик, Фулес. Они все покупали АВМТХ и потом продавали. Один я купил АВМТХ, и я его не продавал. Этот АВМТХ у меня уже более полугода был до этого момента. Вы спросите, Кент АПК, так... А зачем ты продал, если ты так сильно любишь? Ребята, ответ крайне прост. Это даже, знаете, это даже не то, что я его продал с определенной целью, чтобы навариться. Я просто по фану решил выставить его на продажу. Как же это было? Мне пишут одни из самых популярных трейдеров, с которыми я снял прошлое видео, пишут: кентуха, а ты видел то, что закуп на ВМТХ 280к? Я такой смотрю, я думаю, неужто это какой-то китайский трейдер, или это какой-то бах? Как это закуп на ВМТХ 280к? Я не поверил то, что может быть такой высокий закуп по причине того, что эти АВМТХ все остальные ютуберы продавали по 160к, по 180к, по 200к голды. А тут один закуп 280 тысяч. Вот вам покажу пруфы. И вот, ребятки, если вы все можете видеть, он пишет, там уже 280к и говорит, продавай за 320к АВМТХ. Я думаю, да не, но я чуть не очень хочу его продавать за такую цену. Я думаю, поставлю его и еще дороже. То есть, объективно, АВМТХ стоит 180к. Но я решил просто по фану поставить за довольно-таки высокую цену. Я даже не думал, что кто-то может купить. Ну а прямо сейчас вы все поймете. Ну и короче, трейдеры же мне пишут: Кент АПК, там вообще какой-то сумасшедший закуп, такого ни разу не было за полгода, какая-то неадекватная цена. Я думаю, а поставлю-ка я ТХ за 333 тысячи голды. И знаете что? Прямо сейчас, ребята, посмотрите. Да, 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 я тот самый богатый стендовер, потому что у меня на счету 278 тысяч голды. И я, ребята, реально продал ТХ. Это не кликбейт, это не постанов, продал ТХ за 333 тысячи голды. Это что-то нереально, потому что обычно
тысячи, насколько продают, это максимум 200к, это максимум. Но я его продал за 333к, то есть я, ребята, наварился на 130 тысяч голды на ровном месте. И, блин, знаете, что самое интересное? Что мой АВМТХ за 333 тысячи голды купил обычный школьник. Я этого школьника даже нашел, и прямо сейчас я позову в Дискорд и спрошу, откуда у него такие деньги и почему он покупает за такую высокую цену АВМТХ. Для того, чтобы вы не думали, что это все фейк или постанова, ребят, вот ник этого парня, я его нашел, можете даже почитать нашу переписку, то есть это реально обычный чел, который купил ТХ за 333 тысячи голды. Ладно, все, погнали, пообщаемся с ним в Дискорд. Я взял ОДС и прямо сейчас пообщаемся. Ушла от папочки, АВМТХ с тремя голдскулами, елки-то-палки. Блин, слушай, жалко-то как. Слушай, такое ощущение реально, что я не продавал. Блин, это просто трындец. Как же мне жалко. Ух, у тебя еще кирголд есть. Братан, давай так, сразу по факту. Расскажи мне, пожалуйста, кто ты нахрен такой? Потому что я тебя никогда раньше в жизни не слышал. Ёханый бабай. Братан, рассказывай, кто ты такой. Ля! Нифига себе, да ты рофлишь. Ты рофлишь? Мужик, нет. Ты серьезно? Да, ты серьезно? Братан, расскажи мне, кто ты такой, сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Сейчас не поверишь, мне 13 лет. Так, дальше. С какого ты города, как тебя зовут, в каком классе? Я живу, получается, в Казахстане. Ага. Я в 7 классе. То есть, подожди, то есть в 7 классе у тебя инвентарь, ну, плюс-минус на 1 000 000 голды? Или сколько? Да. Как ты вообще решился купить АВМТХ? У меня, получается, была АВМ Sport V2. Угу. Все мне друзья говорили, не покупай. Я тоже долго думал, но все-таки решился взять. Потому что, что, у меня уже и так есть все скины, почему бы и не взять? А как долго ты собирал на этот АВМТХ? Ну, недолго, месяца три. А на чем ты трейдишь? Ну, прям, мне просто интересно, на чем надо трейдить, чтобы быть таким успешным трейдером? На статрекских арканах. Как же все это началось? Вначале ты поставил закуп какой? Вот самый первый закуп, 180к, если не ошибаюсь, да? 200к. Тысяч. Да. Да. Второй закуп это 240к ты поставил. 250. А, 250. И третий закуп 280. Да. Потом ты увидел, что я решил пойти тебе навстречу и поставил АВМТХ за 333 тысячи голды, правильно? Да. И решил купить мой АВМТХ, да? Да. А ты сразу понял, грубо говоря, чей это АВМТХ, что и как? Конечно. Ты же его еще выставлял, получается, 2 дня назад за 300 тысяч. Какой был твой максимальный бюджет на этот АВМТХ? То есть, если я поставил бы за 380к, ты бы его купил бы? Да. Да ты рофлишь! Ля, я лох! То есть ты бы купил бы за 380к, а за 400 купил бы? Да. Нет, ты рофлишь. Нет, ты неадекват. Ты серьезно? То есть я, грубо говоря, еще лоханулся, да? Подожди, а ты знаешь, что обычно эти ВМТХ покупались за 200к? Да, потому что я смогу заново такую сумму натрейдить. То есть просто ты голду не считаешь, ты голду, грубо говоря, не продаешь, у тебя голды хоть повой жуй, да, и ты не знал, куда ее девать. Ну, можно так сказать. А вот я собираюсь брать Чичпочмак и 4-й голдскул. О, а я собираюсь продавать Чичпочмак. Ну, зачем он мне нужен, блин? Можем договориться. Ну, давай это потом обсудим. А помнишь, я говорил про подарок? Да, ты говорил какой-то подарок. А ну-ка, подарочки мы любим. А у тебя сколько сейчас голды есть на аккаунте? 250к. Сейчас пошли выйдем. Так, подождите. Не, это уже попахивает каким-то рофлом. Давай. Не, слушай, я помню про подарок, но я думаю, наглеть не буду же напоминать некрасиво, но если ты сам напомнил. Так, я вышел, дальше куда? Заходи, Nameless коллекция. Так, ты чё? Ты чё? Не, это рофл. Так, Nameless коллекция. Так, Football Laser, так, зашел. Ставь запрос 29999. Давай просто поставлю 27300, вот так. Давай, так. Ты, ну, типа, скажешь, когда будешь готовый, чтобы я ставил. 27300. Все, давай, ставь. Поставил. Ля-ха-ха! Мужик! Ты псих. Просто как тебя зовут? Даниил. Мужики, приказ всем.
Данил топ в комментарии. Это просто что-то нереальное. Данил, просто огромнейший тебе респект. Респект всем твоим друзьям. Если хочешь, можешь передать кому-то привет там. Вдруг кто-то из твоих друзей посмотрит. Всем своим одноклассникам передаю привет. Также хочу передать своему другу Тамерлану, его зовут. Вот прямо сейчас, я не знаю, мы тебе памятник нахрен установим. Потому что ты какой-то нереальный. Так, а ну-ка, я зашел на ВМТХ. Все. Так, отменять? Ну, слушай, ну если ты сам хочешь, то отменяй. Все, отменил. 158к. Ого-го. Не, слушай, мужик, вот просто после этого, ребят, просто приказ всем. Напишите Даня топ, а мы с Даней выберем по победителю. И дадим по 1000 голды двум человекам. Потому что это что-то такое, снос башки. Я даже не ждал, что ты насколько добрый, светлый человек. Реально, вот прям респект тебе. То, что ты вышел с нами на связь, без всякого пафоса и так далее. Мне нахрен стало обидно, что продал в МТХ. Я хочу его обратно купить. Вот реально, я продал как будто частичку себя. Я хочу обратно купить АВМ. То есть, получается, я могу сейчас поставить на закуп, типа вот так, 160 тысяч. И ждать чуда. А вдруг кто-то продаст АВМТХ? Ну а мало ли, да? Нет. Слушай, мужик, ну я тебе могу сказать только одно. Реально, большое тебе спасибо за такое интервью. Ты реально... Оказалось, я думал, знаешь, что какой-то ЧСВшный, там, богатый школьник, братненьких родителей, а ты обычный парень, приятно с тобой пообщались, всего тебе хорошего, успехов в жизни, успехов в трейде, побольше скинов за ловую цену. Чё? Спасибо. Все, ребят, с вами был ваш Кент АПК, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и я хочу ВМТХ обратно! Всем удачи, всем пока!